Снова здрасте, и у нас очередное видео из цикла «Гуру Мапс» для поисковых групп о загрузке полученного трека либо задачи. И сначала небольшой, как обычно, дисклеймер, чтобы, так сказать, ни у кого не было претензий. Вот. Значит, для чего нам нужно... Запускаем «Гуру». Для чего нам может понадобиться загрузка трека или задачи? Либо вы поисковая группа, и вам картограф или старший на поиске, или координатор скинул трек, по которому нужно пройти. Ну, или, скажем так, близко к которому можно пройти. Или очертил этим треком область, в которой нужно прочесать. Например, если какая-то это область леса, либо поле. Вот. А второй вариант – вы... сами картограф или старший на поиске, у вас нету, например, с собой ноутбука с ОЗИКом, вот, но надо посмотреть треки, которые вам принесли группы. Опять же, мы считаем, исходя из той ситуации, что трек вам скидывают через социальные сети, например, либо перекидывают файлом. Вот. Значит, что мы делаем? Мы... Перво-наперво идем в социальную сеть. Вот, например, у меня есть ВК. И есть как раз такой пример с описанием задачи. И вот, значит, скинут трек вот леса. Вот, вот такой вот, да? Вот. Он, правда, не GPX, но, в общем-то, ML точно так же Guru Maps понимает. Что мы делаем? Мы на него просто тыкаем. И он вот открывается в таком виде. Это просто список точек. Так. Левый нижний угол, или в андроиде, ну, там тоже будет примерно такой же интерфейс, находим «Поделиться». Можно добавить... нет, добавить в мои файлы в ВК не нужно. «Поделиться», например, для того же айфона, да? Секунду еще раз. «Поделиться». И вот здесь вот сверху есть «Поделиться внешне». То есть, есть как бы поделиться с кем-то, а есть поделиться внешняя ссылочка. Вот она вот так вот. Хоп, я ее нажимаю. И всплывает классический интерфейс iOS. У Android там должна быть, значит, такой значок вот так вот. Три кружочка, соединенных палочкой. Либо вот так вот. Четыре кружочка, соединенных палочками. Вот, то есть символ «Поделиться». И мы вот здесь вот берем и выбираем в самом конце. Вот тут уже кончилось, тут есть еще. И выбираем в самом низу «Guru Maps». Тык. Вжих. Пожалуйста. Он автоматически загружается и показывает нам квадрат, который нам нужно пройти. Тут вот, видите, даже стрелочки есть. То есть, если что, даже есть стрелочки, в каком направлении нужно двигаться. Если внезапно это важно, уточните. Вот у нас тогда на этой задаче оказалось, было важно, в какую сторону мы двигаемся. Вот. Значит, если мы делаем из Телеграмма, например, Телеграм. Так. А вот он на самом верху. У нас тоже какой-то трек, который присылали, да? Да даже, наверное, предположим, что в данном случае мы картограф. И вот у нас есть трек, который нам прислали пройденные лесы. Вот он скачался, я в него первый раз тыкнул. Тыкаю второй раз, и он тоже открывается. Тут он немножечко погеморройнее, но никакой разницы. Внизу справа, слева есть кнопочка «Поделиться». Опять же, также открываем. Кстати, вот здесь нет. Иногда снизу бывает вариант. Еще выбираем. Если вы часто будете делать, то он появится уже в верхней, значит, строке. Выбираем Guru Maps. Пожалуйста. Он прям нам закинул. Там была и точка, и работы лисы. Мы можем посмотреть, что за бычок. Непонятно, что был за бычок, но тем не менее, да? И леса. Вот у нас есть леса. Мы можем посмотреть работу. Совершенно не помнит поиск, но тем не менее, да? Можем перейти на большую карту и посмотреть
на работу это, значит, этого случая. Если нам прислали несколько, так вот закрыл, готово. Вот. Вот, например, вот тут вот, чуть ниже, да, тоже было поиск, тоже мы на него нажимаем, тоже говорим поделиться, и тоже находим Google Maps. О, это какой-то совсем другой поиск. Ну, неважно. Вот, то есть, таким образом мы можем спокойно загрузить... к дому родни. Вот что это означало название. Вот, мы можем загрузить, естественно, если поиск в одном месте... Верните мне, пожалуйста, где тут наш бычок. Вот, леса 2, например, да? Ну, не бычок. Вот, у нас как бы, соответственно, будет загружено некоторое количество треков. Важно помнить, что если у вас не Pro-версия, то, соответственно, больше 15 треков и 15 точек вы загрузить не сможете. То есть надо как бы своевременно удалять, так вот смахиванием влево, какие-нибудь ненужные папочки. Вот. Если вы их уже прошли. Вот. Точнее, если они вам не нужны. Но я очень рекомендую, если вы идете старшим либо картографом, иметь Pro-версию, потому что, например, позволяет работать с сеткой. То есть, вот известная всем сеточка, которая видна на картах при поиске, в навигаторах, где буковки и циферки каждые 500 метров. Там, B8, D9 и так далее. А, собственно говоря, все. Это достаточно краткое видео, ничего сильно такого нет. Вот. А тут еще можно... Секунду. Значит, добавлять треки из файлов, например. Либо в ВК, либо в... Но, боюсь, у меня тут сейчас нет. Смысл точно такой же. То есть, мы находим файл, говорим «добавить», и он там появляется, в Google Maps. Вот. Абсолютно аналогично, но только с поправкой на интерфейс, это делается и на Android. Выбираем «поделиться» и выбираем, что поделиться в такой-то, значит, программе, в данном случае в Google Maps. Есть еще такая задача, как, значит, наброска сетки, но это будет отдельное видео.